Подошел к своему завершению 2020 год. И пусть все то, что мы не хотим брать с собой в год наступающий, останется в этом уходящем году. А в новом 2021 году я хочу пожелать гомельчанам, гостям нашего города, всем-всем белорусам, всем жителям нашей прекрасной страны только всего самого-самого наилучшего. Добра, мира, спокойствия, достатка в семье, удачи во всех начинаниях. И пусть сбываются все-все ваши самые невоплотимые мечты. Всех поклонников творчества эстрадно-симфонического оркестра имени Юрия Василевского, руководителем которого я являюсь, мы приглашаем на наши концерты. И обещаем еще больше интересных программ, еще больше интересных проектов, на которых мы будем ждать наших зрителей. С Новым годом, дорогие друзья!